Здравствуйте, товарищи и креативные господа. Это студия Метаметрики Life, И как вы знаете, сюда мы приглашаем тех героев, которые наша уважаемая аудитория хочет, чтобы обязательно они вернулись. И, естественно, мы очень рады, что сегодня у нас в студии Александр Германович Артамонов, специалист по армиям НАТО, военный эксперт блестящий. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Артамонов, двоеточие оборона России. Все, естественно, ссылки мы укажем в описании под этим роликом. Александр Генович, здравствуйте. 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 Спасибо огромное, что нашли для нас время. Я не побоюсь этого слова. В этом году выпуск с вашим участием был одним из самых интересных Спасибо. и самая живая Реакция аудитории была как раз на выпуск с вашим участием. Все хотят сиквел, и, конечно, чтобы мы именно в таком составе собрались. Многие писали, что Артамонова Меньше в выпуске было мало, хотя почти два часа этот выпуск длился, что ведущие очень часто перебивали своими дурацкими вопросами. Я согласен, прочувствую, это было не так. Но мы, естественно, всегда извлекаем опыт из наших предыдущих выпусков. Поэтому в этот раз постараемся максимально дать возможность Александру Германовичу высказаться. Конечно, какие-то вопросы мы будем спрашивать но ни в коем случае не будем навязывать свое мнение. Александр Гемнич, давайте начнем с главного. Давайте. Мы сейчас живем внутри информационного пространства, где-то тут-то там говорят о том, что в 2024 году произойдет некий перелом. Произойдет перелом в контексте там, соседней страны, произойдет перелом в контексте э, глобальной политики, выборы в Соединенных Штатах Америки все-таки на носу. Неспокойная ситуация до сих пор на Ближнем Востоке. К вам, как большому специалисту, вопрос все-таки действительно нам готовиться к каким-то неожиданным поворотам, переменам, либо все равно нужно сосредоточиться и особо, скажем так, не мечтать, а мечтаем мы, естественно, все только об одном, о победе. Ну, вы знаете, Никита Сергеевич, вопрос, на самом деле, как водится, непростой, потому что простых вопросов вы просто не умеете задавать, на мой взгляд, хотя вы достаточно четко все сформулировали в лаконично и четко, в ограниченном количестве слов, я бы был бы вынужден ответить максимально пространно, ввиду того, что действительно ситуация многофакторная, она многофакторная по ряду соображений. Прежде всего, давайте оценим, что хотят видеть наши враги. Что хотим видеть мы, мы по определению понимаем. Мы хотим видеть то есть свободный от нас, а мы знаем то, что нацизм уже дошел до таких степеней спекания мозга, что в младшей группе детского сада дети пляшут под веселую песенку о по повешении То есть, ну как? Ясно, что детские впечатления самые стойкие, самые четкие, и что, соответственно, эти ребята в возрасте там трех лет, через 12-14 лет будут волчатыми, а не ребятами в 16-17 ну, просто такова логика жизни, никуда она, к сожалению, как показали наши западноевропейские недруги, не девается даже в случае глуб глубокого или глубинного перевоспитания. Хотя есть исключения, хотите поговорим. А, в то же самое время для того, чтобы было возможно, я зашел и сказал в самое сердце проблемы изменить министерство образования. Ну, кто занимается Минпросой по Пастарином или Переминобор, говорят, Министерство Просвещения, Министерство Образования, кто отвечает за школьные программы, за детей э, в детском садике, отвечает, естественно, воспитатели. Но чтобы до них дошло, нам необходимо справиться с Минобороны, с МВД, с Беспекой, то есть Службой Безопасности, с военной разведкой, разрушить страну, в том числе. То есть это еще и военно-промышленный комплекс ВПК. А теперь давайте вместе подумаем, ничего не придумаю, просто не верю в понятие по ощущему велению, по моему хотению, что ВПК имеет, потому что они контрактно подписаны, подтверждены, тяжелые обязательства, я про ВПК, перед западноевропейскими производителями и перед изготовителями военной техники где-то там за океаном. То есть со всеми с ними надо расплачиваться. А как водится вопрос, а кто платить-то будет? То есть если мы оставляем страну, что ну, она сегодня присутствует на карте, хотя, конечно, страна удивительная по ряду соображений, то Украине придется за все эти вещи платить. А платить чем? Ясно, что тот, кто поставлял оружие, рассчитывал, был нацелен на залежи, на недра, на землю и на свою победу. А если мы будем устраивать свою власть под и перевоспитанию населения еще простите школьников а то и десадовцев то значит наша простите власть будет тотальной над пространством под названием и как тогда тогда получается то что конечно мы дезавуируем все те обязательства которые были взяты на себя теми самыми нерадивыми членами киевской системы управления уж так говоря перефразами или эфемизмами и э, вот после того, как я описал масштабы бедствия, представим себе, а это возможно? За год сделать, да, грубо говоря? Ну, во-первых, за, за год. За год. А, Во-вторых, они на это добровольно пойдут. Мы с вами до эфира обсуждали, то, что я занимаюсь э, тяжелой версией японского фехтования, который синтерю. Вот, на мой взгляд, это люди, которые сами себе добровольно сделали сипуку, то есть харакири. То есть, ну, сипуку, просто вежливое слово для харакири. Женщины никогда не говорили харакири, говорили сипуку. Вот, ну, э, если после этого э, я его даже в страшных снах не назову господином, решит сбежать на Запад на своих двух яхтах и поселиться где-то у тещи на ее роскошной вилле в Египте, которую он только что закупил, или там в Великобритании в своем доме, но его там просто придушат. То есть как его, ему все эти вещи дали, хотя давали, ему давали деньги явно не на виллы, не на яхты, а для того, чтобы он что-то сделал. А вместо этого он сбежит, а вся территория окажется пусть суверенная, пусть независимая, пусть государство но под нашим контролем. Теперь смотрим на то, чего хотим мы. Сказать, что наши граждане так безумно хотят всех укр... превратить в россиян? У меня нет такого ощущения. Я вполне искренне говорю, что многие люди опасаются, понимают всю, я бы сказал, глубину проблемы перевоспитания, понимают, что они окажутся в одном культурном, идеологическом, идеологическом простите, правовом, даже государственном пространстве с людьми, которые вчера нас, откровенно говоря, резали. Ну, и травили. Я никого не пугаю, но у меня был случай с попыткой отравления себя дорогого в предпоследнюю уходку на территории Лу... за ленту, как мы говорим. Соответственно, ну, я в той уходке не был на нуле, но на нуле, то есть это линия было соприкосновения. Но был я в Луганске. Вот в лу... там как-то была та ситуация, которая была. Но я не единственный такой. Есть люди по достоинству. Аптиар Удинов, что-то говорили про Кадырова. Слава Господу, он жив и здоров. Но разговор о том, то, что вот все эти люди окажутся там не с Артамоновым, и не с Никитой Сергеевичем, и а Викторией Александровной, они окажутся на минуточку вот с другими детьми из детского сада. Их дети окажутся там. Где-нибудь уедут далеко-далеко, допустим, порт Находка. И они рассеются по всей стране. Александр Георгиевич, разрешите небольшое уточнение. Пожалуйста. Мы ведь периодически слышим заявление о том, что даже Западу ни в коем случае Западу отдавать не нужно. Получается, рассказы или даже, так скажу, мечты про Овск с точки зрения нашей безопасности они вредны? Нет, Никита Сергеевич, они <связывающий> совершенно не вредны. <связывающий> я бы сказал так: мы не имеем возможности отдать эту территорию Западу. Если всего того, что я по определению, наверное, человек недобрый, хотя принципе, не злой, но уж в записные добряки, то я точно не определю. Мне все равно, какой будет эта земля, будет ли она, честно говоря, нейтральной полосой будет ли она выжжена, будет ли она населена людьми, с которыми придется работать. Говорю как военный эксперт, как человек, который привык, привык, смотреть на врага через коллиматор. Но эта территория не может относиться к Североатлантическому альянсу по той простой причине, что иначе будет непосредственная угроза для нас. И я вовсе не считаю, что, потому что я живу в Москве, я должен меньше думать о жителях Белгорочина, простите, или Брянщина. Они что, не люди, что ли? Они крепостные? И с любой секунды может прилететь Таурус, или какой-нибудь там SGLDB uh, Small Diameter Ground Launch uh, Boom, и что-то еще такого рода. Ну, хотя бы вот uh, Storm Shadow, как прилетал полов, между делом. Почему mm -hmm. один мой знакомый замкомбата стал быстро комбатом, потому что его со всей семьей накрыло с двумя детьми и с женой. Он прибыл на побывку. Вот, это Storm Shadow сделал. Mm -hmm. Поэтому, понимаете, uh, эта территория должна быть недоступной для НАТО. Это та самая полоса, которая гарантирует, я смотрю на любую другую страну, от Израиля и до Штатов, я тоже хочу, чтобы мои границы были гарантированы того, что террористы могли невозбранно запускать что-то по нам. А значит, еще раз, военная задача заключается в реализации очень простого плана. Там не должно быть вообще враждебных нам войск. Для меня и поляки... И армия, естественно, и mm -hmm. НАТОвская армия по определению, это отдельно от поляков, потому что НАТО уже сказали, что в случае чего они не воюют за Польшу, если Польша воюет не на своей территории. А, допустим, война Польши на территории Украины это личное дело Польши, НАТО не будет вступаться за Польшу. Поэтому я отдельно ставлю. Mm -hmm. Это война Польши за Речь Посполитую, которую она, возможно, захочет развязать вместе с литовцами. То есть эта территория для меня представляет угрозу. Это недружественная территория. Мы с такой проблемой не сталкивались крайне давно. Все вообще-то, знаете, могу сказать, когда мы с ней столкнулись. И ответ вас не порадует. Это была финская война. Людям, которые на сегодня пытаются судить наших предков с точки зрения того, что вот, была развязана финская война, ну да, была развязана, только люди как-то забывают, что вообще-то до 30 го были 20-е, а белые финны вообще-то очень сильно хотели Ленинград захватить и едва ли не Москву. И они действительно захватывали с паном Пилсудским рука об руку, э, продвигались вперед. И поэтому люди, которые жили через 10 лет, извините, а вы себя помните, наверное, великолепно, что вы делали 10 лет назад. Вы были такой же Никита Сергеевич, и вряд ли вы были уже маленьким э, человеком были уже большим и серьезным человеком по этому поводу. Что, 10, что такое 10 лет? Вот тогда были вынуждены, понимая, что граница Финляндии проходит в 30-40 кетрах от Петербурга, нынешнего Ленинграда, тогда просто отодвинуть эту границу. Сталин принимал абсолютно правильно извешенные решения в стиле того, что теперь говорит Владимир Владимирович, который говорит, что не должно быть угрозы для наших границ. И пытался с Финляндией договориться, и так да, тоже да. не а на... Да, да, это аналогии а просматриваются. Да. И исходя из этого, господа, ну, что могу сказать, господа товарищи, я могу сказать только одно, что я, наверное, может быть чем-то примитив может, у меня прямолинейно устроены мозги, но пока а, существуют угрозы для границы, для меня армия, которая ставит эту угрозу, должна быть или ликвидирована, или это отвинутая. Так что не представляла угрозы. Я ничего плохого не желаю. Александр Германович, вот тогда вопрос такой. Если мы рассматриваем потенциально территории и нашу и единую границу, где мы, условно, уже схлестнемся с НАТО по своей границе, и больше некуда будет двигаться, не будет этой буферной зоны, которая как бы и не в НАТО и может осуществлять агрессию. Вот представим эту ситуацию, когда мы мы по сути дошли до тех границ, о которых вы говорите. Это тогда будет наша территория. То, о чем мне кажется, Никита спрашивал, что внутри будет некая угроза. А если представить такую ситуацию, что, допустим, то, что останется от соседней страны, будет лишено выхода к морю, будет восточная часть где-то под контролем России, но останется тот клочок земли, на котором будет это население. В него не нужно будет вкладывать финансовые ресурсы, его не нужно будет перевоспитывать, будет просто просто какой-то санитарный кордон, условно говоря, и все то население, которое там останется, может прекрасно пойти в Европу, в Польшу, жить вместе с Румынией, интегрироваться в то, о чем столько лет мечталось. Представляется ли вам такой вариант менее затратным, во-первых, для России, а также достаточно удовлетворительным для безопасности, потому что так или иначе, как мне кажется, если мы дальше двигаем границу, нас все равно может прилететь. Ведь так? Виктория Андреевна, для меня э, безопасным вариантом является вариант еще раз полного разоружения этого населения и тотального контроля России над этим населением. Если хотите угу. сравнивать с сектором газа, можно. Но э, я в любом случае говорю о том, что в любом другом варианте то население, которое у нас присутствует на западных границах, для нас представляет угрозу по своему настрою. Финны закрыли границу полностью. Они нам запретили вообще, так сказать, все свои КПП, мы через них проезжать не можем. Все остальные западные европейцы, как вы знаете, раздевают вас до кружевных трусиков. Ну, у Польши, ну, например, как? будет больше стимула к тому, чтобы предъявлять претензии России, если Россия встанет валюту. Зачем нам эти проблемы? Да, мы, казалось бы, можно было бы осуществить некий размен. Как вы считаете этого? Размен? Можно? Размен? Да с поляками, которые считают -по. е польско. Да, для них это... Хорошо, я территория. Вас понимаю, Я вас понимаю Тогда Насколько принципиально я... вот эта разница в клочке западной Украины? Принципиально, продвижение БАС НАТО в нашу сторону. Потому что поляки на сегодня заказали более 850 танков, в принципе, 900 «Черная пантера» последнего поколения угу. в Южной Корее. При условии, что армия, в корейской армии, в Южнокорейской, их всего 16 250-270 единиц. То есть километраж, который в западной части соседней страны, если добавляется к условной территории угу. НАТО, он действительно влияет на нашу стратегическую Смотрите, безопасность? Потому что а, существуют ЕСА. же прибалтийские страны, и, в принципе, ну, вот дальность тех средств вооружений, которые для нас представляют угрозу уже по долготе, по широте примерно в этом районе. Я вот поэтому только уточню. Я понимаю, о чем вы говорите, но еще раз, я могу только поступать по прецедентному праву, Участь в чем-то, мы же развивающая страна, как нас считают наши оппоненты, учаясь в чем-то у, у тех самых наших супостатов-оппонентов. Mm -hmm. То есть, допустим, штатовцы не всегда ведут напрямую с кем-то войну, но они пытаются зону поставить максимально под контроль. Максимизировать, даже стоит... да. Зона находится mm -hmm. за... Тысячи километров, допустим, как в случае с Ираном. Где Иран, а где США. Но они считают, что Иран представляет для них потенциальную угрозу. Что они делают? Существуют санкции, существует изоляция. Естественно, никаких торговых договоров. Абсолютно другая система отношений. Тут может быть звучит занудно, но на самом деле мы, как Российская Федерация, как Советский Союз, никогда подобных решений еще в своей истории не применяли наша концепция, концепция существования Советского Союза заключалась в том, что мы пытаемся максимально дружелюбно выступать в плане своих оппонентов, потому что у нас была концепция, и эта концепция предполагала, то, есть, что мы можем перевоспитать людей, во-первых, во-вторых, если мы к ним повернемся лицом, а не филейной частью, они нас тоже полюбят. Я вам говорю, еще раз, как военный специалист и политолог, проживший более 20 лет на Западе, что это оказалась ложная концепция. На сегодня вся страна платит по этим счетам. Это грустно для меня. Я, простите, как и вы, судя по вашим разговорам, не почему-либо существо, извините, конечно, травоядное. Но смысл то, что если можно не воевать, я предпочитаю не воевать. Не подумайте, что это нормальное состояние духа с той стороны барьера. Они, если можно не воевать, все равно воюют. Они заключают договора только в том случае, если им необходимо устроить себе передышку, переждать, перевооружиться и потом пойти вперед. Я не отхожу далеко от кассы. Дам вам сразу пример часть нашей замечательной прессы, которая начинает потрясать уже просто своей наивностью, переходящей беспринципность, заголосила то, что вот сейчас придет, возможно, вместо какой-то другой командир, допустим, зебы, и он обязательно там, я говорю, ну, свой, на браслете. забыли уже нет, это не зебы, это гамированный крест, это это фейк, это же не, нет, он... не, не, нет, нет нет он, не он фей... очень любит Индию не любит... Нет, 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 это, это древнеславянский символ, это же наши, это же коловорот Замечательно. Что говорит Залужный? Да, Залужный дает большое интервью у нас, помните, в тайм. И сразу же после этого заявляет для внутренней прессы, что ему нужно в год 20 тысяч солдат новых, из которых он будет образовывать новую армию. Вот можно в продолжении этой темы, месяц, извините, если не они будет в месяц. планируют, если они уже закладывают какие-то человеческие ресурсы, которые потребуются Райан металл, собирается там, в двадцать пятом году десятки тысяч снарядов поставлять. У них этот горизонт планирования уже на несколько лет. Плюс, там, если вспоминать У них, них пол. У Запада по. И уже есть некий план. Я не говорю уже о BlackRock и планах так. восстановления, финансирования Евросоюза это такая долгая история. По Китаю, по другому фронту, на котором возможно у них там трение, дата 27-й год, если я не ошибаюсь. То есть они себе некий долгосрочный план наметили, может ли здесь что-то произойти для нас с учетом тех задач, которые мы ставим, что это все закончится быстрее? а не на промежутке пяти 10 лет. Ваш, ваш а, образ ваш Мой прогноз, старых... я очень хочу увидеть, что это хорошее, но мое хорошее будет в стиле начала 20-го столетия. То есть Запад играет в долгую, и он привык играть в долгую, и они этим сильны. Они, знаете, похожи на опытного старца, который, так сказать, может быть, там не может что-то сделать, зато у него опыт совершенно колоссальный. Вот они знают, каким образом, измором брать своих врагов. Мой любимый пример – доктрина Леуте об уничтожении Советского Союза. Принята в 1947-м, они наметили план, до 1999 года Советского Союза быть не должно. Справились до 1991 По этому поводу, мы имеем дело с очень древним и могучим злом. Я никого не пугаю, но это отнюдь не началось с капитализма, это идет крайне давно, но мы сейчас не будем погружаться. Я могу погрузиться в глубины времен, могу вспомнить, кем были и Лок, и Гоббс, каким образом венецианцы устраивали, простите, засилие своей власти в Великобритании, поглощая ее, и как они настропалили разведку и финансы на поглощение пространства окружающих стран, вплоть до фамилии. Кстати, до Исаака Ньютона дойду, в том числе. Он тоже там участвовал. И до Джонатана Свифта, и до Лебниц. Я об этом лекции читаю. Но мы сейчас будем говорить о другом понимаете, как нам в данном случае справиться с проблемой? Смотрим, в чем мы сильны, и смотрим на планы наших оппонентов. Мы всегда были сильны на поле боя, и мы, как правило, проигрывали за столом переговоров. Примеры, да, пожалуйста, сколько угодно. Хельсинки, простите, мы проиграли. Нам выстроили так называемую корзину номер три, права человека, все такое и всем казалось разрядка, и мир, и что. В результате они дождались ровно смену поколения, это же было начало 70-х, и поколение 90-х на это великолепно купилось. И после этого мы потеряли страну, которую развивали столетиями, извините за выражение. Пространство потеряли, оно даже не стало просто обычным, оно стало глубоко враждебным. Отправились в Азербайджан. Я вам более того скажу, то, что в Армении сейчас, в Армении сейчас уже готовит армию для войны потенциально на наук... Французы тренируют сейчас армянских военнослужащих, которые могут участвовать дальше в СВО с той стороны. Только что получил сведения. Вот так. Французские сведения, в общем. Такие дела. Поэтому получается, что из-за того, то, что Запад нам дал подписать Хельсинки, мы ошиблись. Смотрите дальше. Минские соглашения. Аккуратность то же самое. Мы проиграли. А Горбачев, я могу 20 раз записать его преступники, я о нем доброе слово не скажу, не к ночи будет вообще помянут, но разговор о том, то, что Горбачев, кроме того, что был, извините за выражение, просто дурак, пусть и в чем-то купленный дурак, я просто знаю, где его внучки отмечали, простите, свои дни рождения, как они открывали Баузнате в отеле Крион в центре ну, Парижа. Где он отправился на тот И где его вилла Бавария, вообще. так сказать, в том числе, где он день рождения в Лондоне свой отмечал. Но разговор не об этом, он начал не с этого. Он опять-таки просто поверил. Хотите, кто поверил за него? Андропов за него поверил, который хотел 50% недвижимости и имущества Российской Федерации, тогда Советского Союза, переписать в частные руки, по некоторым данным. Да. Но э, Юрий не был от этого очень сильно... Опять, я не хочу видишь, у него росли рога и был хвост. Он тоже ошибся. Он считал, что мы можем войти, как говорят, в концерт наций. Что нам достаточно все, что нас стать похожими на них. Что мы должны быть другими. Понимаете, поэтому за столом переговоров с русско-японской войной и раньше с крымской войной, извините. Вот я сейчас скажу, то, что, допустим, Севастополь никогда не был до конца покорен. А кто из школьников это знает? Для всех Севастополь пал захвачено англичанами и французами. Они взяли только часть города. И вот с этого сами запросили мира. Только мы на 20 лет лишились права иметь свой флот на Черном море. Да, там были определенные статьи, которые нам позволяли много чего, но, тем не менее, конечно, это было унизительно для великой державы. Российская империя была супервеликой державой. Поэтому, понимаете, получается, возвращаясь к сегодняшнему дню, за столом переговоров, но, ну, к сожалению, так уж устроено, наверное, мы примитивные существа, а может, наивные. Мы не наивные, не примитивные. Я сейчас скажу вещь, которая вам в очередной раз не понравится, скорее всего. Мы азиатская нация. Дело в том, что Азия, кстати, понятие испоганенное и опозоренное, опять-таки, западной школы, Азия умеет держать слово. Потому что азиатские государства, древние государства, как правило, не воюют и смогут не воевать. Примеров сколько угодно. Индия, если можно, не воюет. Китай вообще не воевал в новейшей истории, не желает воевать. Вы не знаете, на какие ухищрения пошел Запад, что заставить мусульманские страны наконец-то обзавестись серьезными армиями. Они на них хохотали в три горла 30-40 лет назад. Вы просто молоденькая, а простите, такие слова, да, ну, я тогда был, честно говоря, едва ли не в школе, но о том, -то, что арабы ствол под прямым углом, чтобы стрелять из-за угла, это тогда казалось очень смешным анекдотом. А потом арабы верили того, что они стали шахидами, мучениками во имя веры. Я просто к тому, -то, что Запад кого угодно, чего угодно доведет до ручки. Что, вот Исходя из этого, получается, заканчиваю ответ, э, пытаюсь быстро закончить, но тут такие вопросы у вас один другого краше. Нет, просто я почему вообще это вспомнила, американцы сейчас говорят, что время якобы играет на руку Путину, и наше представление о том, не что да, Запад в долгую, вот вы не соглашаетесь. Я не согласен, время образом. не играет на руку Путина, во-первых, потому что Владимир Владимирович... По как, поводу того, что как, перемалываем... Смотрите, там потенциал... Владимир Владимирович, как все люди, смертен. Если вы берете период 30-40-50 лет, то простите... Никто из нас не будет жить 30-40-50, а через 40-лопухом лоп прорасту, если не буду киснежером. Но разговор о том, что. Ну, это мне 55. Мне кажется, он и порос. Он в конце выглядел как прикольно. Нет, мне цыганка угадал 80, и я как бы лишних дней здесь задерживаться не хочу. Уж земля-то не место для развлечения. Но разговор о другом. что жизнь я люблю, но тем не менее. Разговор о простом. Они всегда ждут. Они умеют ждать, они сходите действительно рептилоиды. И у них очень неторопливое мышление. Но сейчас есть Владимир Владимирович пассионарий, несмотря на свою сдержанность, на виртуозную абсолютно игру. Вот я, поверьте, я никому никогда не ходил фемиам, но я шапку снимаю. Что это реально многие вещи, я, я понял далеко не сразу. Но он имеет свой срок как человек на этой земле, как все мы. А что потом? А потом другая молодежь. А потом, простите, Гарри Патериана с Евро со всеми прелестями жизни. А потом Луи Буэтон, как я говорю, косметика Джейн и Дейл. И много чего еще другого. Понимаете? Поэтому, ну, хорошо будет другой Луи Буэтон. А потом вы будете рассказывать, побывав на ЛБС, как я говорю, на нуле о чем-то, а ваша дочь в этом помнить не будет. А для Запада все 16 все 30 лет. Это чепуха полная. Что такое 30 лет? 45-й, 75-й АУ. Они в 90-х дошли до своих целей с нами. Поэтому, понимаете, возвращаясь к теме и к вашему первому вопросу, скажу, что действовать надо быстро, на нахраписто и абсолютно копировать тот, что делает Запад. А у меня есть любимый пример, за который я, думаю, заработал уже не одну статью, не один срок. Вот, но один срок я точно знаю, что заработал в Штатах на 20 лет, но второй, наверное, сейчас уже заработал во Франции. Я говорю, ну, давайте уроним эфирную башню. Моя любимая тема скажет у Артамонова фиксация на Эйфелевой башне. Нет. Я скажу, почему. Ну, триумфальную арку можно уронить. Тоже не... но просто триумфальную арку ранее сложнее, она все-таки каменная. И строили ее раньше, а строили хорошо. Вот. А, но вопрос в том, что она еще стоит, ну, не жалко российские поля чуть-чуть, а эфевую башню не жалко, тем больше стоит она отдельно, за рекой, знаете, как говорится, в засенье если ты за Москва еще там вокруг, так поле пустое, а рядом находится, еще штаб французской контрразведки, пусть полюбуются. И главное, никто не погибнет. Да я вообще хотели снести конструктивисты, и, перестроить да, весь Париж. Так что, ну, в принципе, а, можно построить а легко, ажурные конструкции, металл заново поставят. Кстати, там внизу нефть есть. Она очень, очень смешно, да? что да, да, она а в форме, в форме нефтяной вышки, там внизу нефть. Ну, ладно, это я уж так, чтобы всем было весело. Все, на самом есть. мы все уронили. Но, понимаете, пока мы не приступим в сухом остатке к жестким аргументам, нам не поверят. На сегодня мы себя ведем действительно как развивающаяся страна. Мы себя ведем как лакеи. И только слова Владимира Владимировича о том, что мы лидеры национального освободительного движения, которое он совсем недавно сказал, меня, ну, честно говоря, настроили в моей мрачной готической логике немножечко на мажорный лад. Потому что если мы действительно в главе национального освободительного движения, значит, мы в главе арабов которые много чего устраивают в Западной Европе. Да, был акцент про свободу для себя и для всех. Тех, мы кто во главе за нее латиноамериканцев, мы во главе, простите, естественно, африканцев, мы это доказали. Тогда да. А в противном случае, если мы будем бесконечно, простите, уничтожать самих себя, как у руборос, змеи, которые глотаются в собственный хвост, я не радуюсь, когда я вижу трупы и солдат на поле боя. Да, я знаю, что они Некоторых из них, наверное, я сам прострелял. Но для меня это группа ГАПЛА, группа А1, Р1, А1. Для меня это свои, собственно, люди, оболваненные, перепрограммированные, одураченные с рождения. Но они свои. Уничтожать надо не их. Они тоже жертвы. Александр Германович, теперь вопрос как раз по поводу Азии. Собственно, вы сказали о том, что мы являемся азиатской страной. И для нас азиатско тиханский регион, безусловно, крайне важен. На ваш взгляд профессиональный, возможно ли война за Тайвань между Китаем и Соединенными Штатами Америки в перспективе нескольких лет? Никита Сергеевич, война за Тайвань нецелесообразна и невозможна даже в духе и в рамках последнего заявления Си Цзиньпина. Потому что сейчас китайское правительство утвердило план поэтапной интеграции Тайваня в континентальный Китай – План этот, насколько мне известно, поддерживается оппонентом нынешнего президента Тайваня. И э, есть, ну, я бы сказал, ожидания вполне оправданные. Я думаю, что этот человек может, я больше сейчас только что попал опять в Китае с официальным визитом в континентальном Китае, может прийти к власти вместе со своей собственной партией, с Гаминдана, тогда с а Поэтому, в том случае, если это произойдет, то давайте вспомним, Проводили опрос общественного мнения э, тайванцев. Из них более 50% хотят интеграции с Китаем мирным путем. Ну, Во-первых, потому что они не хотят войны, они совершенно правы. Во-вторых, потому что в этой войне они заведомо проиграют, никакой тихоокеанский флот не справится с Китаем. Это, это смешно. Он воюет в своей метрополии, в своих берегов. И я специально проверял, количество десантных кораблей у КНР просто зашкаливает. Просто зашкаливает. А мало того, наш mm -hmm. флот является союзником китайского флота. И мало того, китайцы уж настолько сильны на море, что для них нетипично, кстати, что они даже намыли искусственный архипелаг, искусственные острова в Южно-Китайском море вокруг скал. Это так называемый архипелаг Спратли. И таким образом сейчас контролируют основную магистраль снабжения Европы. Потому что ну, это как через бутылочное горлышко проходит через малавский пролив mm -hmm. и через Южное Китайское море. По этому то есть... поводу думаю, что такой конфликт невозможен, потому что просто на Китае не нужен. Китайцам достаточно тех тренировок, которые они проводили, учений, потому что они же в последние десятилетия не воевали, ни с кем и говорят, что, может быть, так, им опыта не надо. будет да. недостаточно, но у них количественное преимущество такое, что им нет смысла. Виктор да, дело даже, понимаете, да, на самом деле, пока американцы не утратили последние мозги, то они помнили о том, что завоевать две страны невозможно. У них, кстати, было записано раньше концепция, сейчас исключено. Это Россия и Китай. Россия э, в силу нашей бесконечной и безумной территориальной протяженности и наличия системы купол. Как я всем говорю, всем тем, кто, по крайней мере, смотрел «Терминатор» во всех его ипостасях, что э, та самая система Скайнета, она запущена, она существует. Я никого не пугаю, но я вам говорю, что искусственный интеллект, который командует нашими ракетами, есть. И он не нуждается в наших военных. В смысле, он, конечно, подчиняется им, но он их не нуждается. В том случае, если никого не останется, он сам запустит ракеты. И об этом наши оппоненты тоже знают. И у врагов тоже есть нечто подобное. Поэтому России завоевать невозможно. Китай завоевать невозможно. Тем более, что китайские ракеты шахтного базирования находятся под нашим зонтиком. Нашего зенитно-ракетного комплекса поблизости от монгольской границы. Но это на самом деле у них засекреченные данные, но мы тоже методом расчетов хорошо это понимаем, где они находятся. Так что э, Китай завоеван, конечно, никогда не будет. Э, мало того, отмечу еще одну вещь: э, второй взаимодайс, в смысле, кредитор, э, кредитор США это Китай после Японии. Э, приблизительно 2,5-2,6% суверенного долга США находится в руках у китайцев. Ну, зачем Китаю убивать своего собственного кредитора? И зачем в то же самое время американцам иметь проблемы с людьми, которым они должны безумное количество денег? Звать они их не сумеют все равно. Александр Германович, вопрос в догонку многие говорят о том, что за последнее время Россия и Китай значительно сблизились, и об этом говорят, естественно, встречи на самом высоком уровне. Периодически мы видим, как представители нашей Минобороны и Генштаба приезжают к китайцам. Китайские специалисты говорят очень вовлечены в опыт, который получает российская армия. Вот на ваш взгляд, гипотетически, возможен ли настоящий военный союз Китая и России? Я И думала... нужен ли он? Конечно, Ф вопрос. Э -э да? Я думаю, то, что военный союз, коль скоро у нас даже был в рамках Варшавского договора со странами, которые до этого ходили, простите, в страны оси, то есть фашистский блок. Ну, я про Венгрию, естественно, про Чехию, про Словакию, про в принципе, всех тех замечательных, которые себя сейчас показали во всей красе, то почему уже не с теми людьми, которые, собственно, никогда никакие фашистские блоки не входили, а страдали как раз вот от того же японского империализма? Уж сколько страдали китайцы или те же самые корейцы. В Корее памятник поставлен женщине, передние самураи колены преклоненные, потому что не было ни одной женщины, скажем так, старше 16 и моложе 40, которая не была бы в лупанарах в Корее для обслуживания японской солдатчины, Это военщины всей. Вот, поэтому они просто их массово изнасиловали, миллионами. Еще они там находились 20 или 30 лет, но ну, специалист по Корее дадут вам точно срок, но около 30. Поэтому естественно, что для нас и Китай, и Корея – это страны, пострадавшие от того самого духа. Кстати, корейцы сегодняшнего дня считают японцев, они их называют ваку, пираты. Есть, ну, а те их называют огородники. Но мне как-то огородники ближе. То есть к тому, то, что да, кимчи замечательно, и все остальное, капуста. Mm -hmm. К тому, то, что ну, они, они мирные нации. Ну, что из них не делают, они мирные нации. Поэтому, допустим, союз КНДР Северной Кореи, как они называются у нас в просторечии, или союз с Китаем, мне представляется абсолютно естественным ходом событий, при том условии, что нас, поэтому я начал с Азии, я предчувствовал то, что мы обязательно придем к Азии, а я бы сказал, поколениями отучали от уважения к Азии. заметьте, вот если сейчас вы заглянете в Никита Сергеевича самого себя, то у вас будет, я бы, возможно, я не настаиваю, определенная дихотомия, разногласия с самим собой. Вот вы знаете, естественно, термин «азиат», дикари, Азиаты, которые наши улицы убирают вообще, так сказать, там такие сики, Это дикие люди. Вот. Ну, Япония. Ну да, Азия. А что, она, вот Азиаты, японцы в понимании пежуративного. Нет, они такие развитые. Ну как? Ну да. Ама... Если фильм Такси вспоминать, где ниндзя, малые драконы, Южная Корея, которой я не раз бывал, и так далее. Хорошо, Индия, чистая Азия, а Израиль, Израиль вообще находится в Азии между делом географически. По этому поводу понимаете, сейчас неожиданно выяснилось, Иран, Шахи-136, который летает, как выяснилось, на тысячу и выше километров, ты первый поставщик пластмасса на китайский рынок. Я про Иран сейчас говорю, между прочим, и много чего еще другого. Так а где же тогда те самые азиаты? А, так это наверное те, которые советские азиаты. Чуть-чуть-чуть-чуть, ну, подождите. А что Узбекистан дикий что ли? А что-то я не вижу дикого Узбекистана. Я знаю, даже с администрация президента Узбекистана работал. Но у них во-первых, Ташкент это город цветущий сад, а во-вторых, все на декорении уж совсем не похоже, и мало того, держат нам руку на пульсе поставок опиума в Европу, и не только. То есть вы большое спасибо скажите Службе безопасности Узбекистана за то, что нас не захлестнула опиумная война. Ну, все, что касается коммуникации по Афганистану и энергетически Узбекистан на себя сейчас да, будет замыкать. В, в том целом числе берет такую центральную стратегическую роль. Так и получается, я У -у -у. вообще далек Виктория от того, чтобы кого-то называть дикарями, это не поликорректный спич. В поддержку Но... вашего аргумента. Да. Ну, вот просто так получается, что я не вижу ничего зазорного в том, чтобы Россия наконец-то посмотрела на саму себя и признала, что 70% ее территории находится в Азии, просто официальные данные, что ее нормальный ход мысли диктуется отнюдь не западноевропейской цивилизации Нас цари смутили. Цари были из, простите, Центральной Европы. Кстати, они никогда не были Западной Европы. Цари были из немецкой зоны, а немецкая зона не обладала вообще никаким государством. Но они были мелкие курфюршества, княжества, герцогства. У них не было ни империи, ни государства. Ну, вы имеете в виду по крови, то, что наша... Но они же рыбы с головы да, не И у нас всегда а, вот эта привязка колоссальной России Галштейн к Турбскому княжеству, простите, или к Цербертскому, сказать, откуда была родом Екатерина II, сказать, там, да, вот, это как-то считалось а, а, нормальным. А, или к Дании, извините за выражение, откуда была мама Николая II. Так все же наоборот. Это не наша страна, не наш вид мышления, не наша зона. И когда мы упорно говорим: ну, ты уже в договоре, вот, Мединский, в договоре же было написан". написано. Говорит, написано. Вы как интересно. Вспомните Киплинга. Говорят, ну ты это самое. Так есть же договор. Говорит, кому нужны Кости буйвола, съеденного 10 лет назад. Ну какой там договор? Франсуа Алант, пожалуйста. Вспомним пранкеров, ребята. И туда же Ангела Меркель обманули, как говорится, дураков, развели. И туда же, как да. э, воробьев на Микине провели. Поэтому у нас разный тип мышления. Мы с азиатами наверное, на волне, там надо искать союзы, потому что надо Евразию держать. А если от Европы даже, извините, останется выжженное пространство, лично меня, Западная Европа, это мало волнует, кроме, конечно, музеев, при произведения искусства. Ну и Сергей Лавров недавно заявил как раз о том, что о Западной Европе думать нам не пристало, они там будут сами со своими экономическими проблемами разбираться. Что нас интересует, так это потенциально развитие азиатского пространства. А я в чем не, Я не согласен. согласен я считаю, то, что, конечно же, вот этот, кстати, Сергеевич показал, на мой взгляд, полное конфуцианство. Если хочет увидеть труп врага, то сядь на берег реки и рано или поздно его пронесет мимо. Я бы активно помог бы ему умирать. Я хочу помочь западноевропейцам, как цивилизации, умереть. Потому что, во-первых, аберрация существования власти Папы Римского Ватикана — да, это на самом деле создание Ватикана как такового, это история одного большого обмана. — Расскажите нам об этом. — Мы затрагивали частично а, ну, эту вот тему в прошлом интервью, да. можно ну, Тут все достаточно просто. — Подделывание документов. — Подделывание документов, в том числе захват Константинополя потому что захват Константинополя положил начало венецианскому капиталу. Там то, о чем я вам не говорил в нашей прошлой беседе, это как раз та самая история, которая привела к созданию современной Великобритании. И тот, что я читаю на лекциях закрытых, просто курсы есть, на которых я читаю. Дело в том, конечно, если кратко... Приоткрыть даже... немного, да, завесу тайны <с <с Закрытых лекций Виктория, бога ради, тайны нет Просто есть работа с архивом Я всех ссылаюсь к работам серьезных людей Допустим, того же Ларуша, который очень неплохо Кстати, будучи американцем это писал Или ки... ближе к нам, пожалуйста, Кирилла Фурсова Сына Андрея Ильича, который написал великолепное э, Исследование по названию «Государство купец» про Венецию Но я до дошел до того, что вот Американисты некоторые вообще не понимают А почему здесь Венеция? В есть Венеция. Я хочу сказать, ну, ребята, извините, не переходя на личности. Так вот, смотрите, Венеция с Ватиканом, ну, при том, что они территориально, естественно, близки, без того, чтобы брать как единую Италию, которая тогда не существовала. А Крестовый поход, по-моему, четвертый по счету, разорение Константинополя. Вот в редких номерах могу ошибаться, но, насколько помню, четвертый. Разорение Константинополя, это факт. Деньги из Константинополя попали к венецианским дожам. Венецианцы первыми создали торговые пути, то есть тогда в освоенной части мира торговые пути принадлежали венецианцам. Они, у них были лучшие средства сообщения. И, естественно, они давали э, суды. То есть деньги были тоже в их руках. А деньги они приобрели именно на разграбление Константинополя. Что соответствовало естественно интересам Ватикана. Чтобы Константинополь пришел в упадок, а Ватикан на этом поднялся. Потому что уже тогда существовавший Папа Римский заявил о примате себя над всем христианским миром. И на чем в 1054 году это, это первый крестовый поход только-только. И произошла, готовился первый крестовый поход, и произошла великая, великая схизма. То есть великая схизма раздел на Запад и Восток. Но, соответственно, Венеция, обретя все возможности, первая поняла, что можно за счет разведки и финансового капитала править миром. Для этого производства не нужно. Вам нужна логистика, вам нужны финансы, и вам нужно владение сведениями. И после этого, что они стали, если очень быстро рассказывать, они продвинули идеи, но они в Венеции были близки всего того, что земля это древняя, то, то, что мы называем возрождение. И то, что в Италии называется квадрученту, потому что возрождение пошло как раз именно с того, то, что теперь называется Италия, из Венеции. А идея возрождения, когда говорят слово возрождение, он сразу всем приятно. Что нас уже приучили к этому. Я вам не собираюсь рассказать, как прекрасно аутодафе, или что я выступаю за инквизицию, которая, кстати, очень недолго была в средние века, и далеко не в средние века была она, а уже на срезе. Так вот, все-таки к теме, к теме одновременно с то есть логистика владения в том числе еще и исполнительной властью, потому что кого совет дожи приговаривал к смерти, он все равно умирал. Они использовали брави наемных убийц, ассасинов, и так или иначе человек погибал, где бы он ни находился, Есть все равно был приговорен. преемственность, да, итальянская мафиозная. Это совет десяти, тайный совет дожи, во главе стоял совет трех. Это абсолютнейшая история. Мне они, в данном случае я просто вам рассказываю историю, Виктория. И а, после того, как Венеция поняла, был Камбрийский союз, который едва ее не уничтожил, mm -hmm. что существует опасность, а это начало XVII века, 1600 и 1601 год ее исчезновение. Знаете, почему, кстати, не удалось союза ее завоевать? Папа Римский запретил. Он сказал, отлучив всех тех, кто переправит через лагуну и разорит Венецию. ну, понятно хитро. Же, Рука, руку, рука, рука моет. Так что сделала Венеция? Я очень быстро прохожу прямо по историческим периодам. Она за 17 век освоила Голландию. Освоила Голландию, подарила голландцам часть своих морских путей. Естественно, там устроила на основе своего филиала банки. Но ей это показалось мало. Голландия все-таки была в пределах досягаемости испанской короны. Естественно, но ну, я думаю, что, может, точники Сергей читал Тилю Леон Шпигеля, Шарль де Кустера, так сказать, ну, люди читали исторические, естественно, учебники, и справочники. И тогда Венеция устроила свою власть. Где? В Англии. Очень просто. Это эпоха Якова II, короля Якова II и Вильгельма Аранского. Тогда, когда Вильгельм, Вильгельм, да. Вильгельм прибыл, соответственно, в Великобританию, то он прибыл на венецианские деньги, и первое, я сейчас специально проскакиваю из логические моменты, там все тоже было очень интересно. Но первое, что он сделал, он, во-первых, женился на Марии, соответственно, дочери свергнутого Короля, для того, чтобы себя легитимизировать, по-моему, всего прочего. После этого открыто завел либертарианство, потому что я считаю, он был гомосексуалистом. И э, вот очень интересная история. Но что самое главное, он устроил английский банк. А английский банк на самом деле был венецианским банком. И в данном случае он был похож на заведение госпожины Биулиной. Ибо э, наш Центробанк, как вы понимаете, то есть ну, опять это же просто правда, он до недавнего времени, до э, рескрипта, в смысле эдикта э, Владимира Владимировича, нам не подчинялся. Он выполнял, прежде всего, указания, простите, Всемирного банка. То есть наш Центробанк, в принципе, жил под эгидой, простите, отнюдь не российских властей. И только Владимир Владимирович сначала началом СВО фактически его ввел, я бы сказал, бы, в наше законодательство. Вот так же действовал английский банк. И, соответственно, далее все то, что делала Англия, она делала на венецианские деньги. Логичный вопрос. Многие говорят о том, что существует некая, некая единая западная политика, во главе которой Вашингтон непосредственно исполняет директивы Вашингтона и Брюссель и Лондон. Но многие специалисты, вы в том числе, Александр Германович, неоднократно показывали, что многие международные дела, кризисы, конфликты инспирированы даже не Вашингтоном, а Лондоном, насколько это соответствует действительности, можете привести, помимо нашей соседней страны, еще ситуации, где с виду где всем кажется, гадит. Да, где с виду всем кажется, что это американцы, но на самом деле, если копнуть глубже, за этим стоит Лондон. Я расцениваю то, что ваш вопрос, Никита Сергеевич, вписывается фактически в тренд моего ответа на предыдущий вопрос. Потому что в результате всех тех действий, которые я описывал выше, достаточно быстро была создана Сити. В качестве основной торговой площадки, который одновременно пытался вести войны на континенте и в то же самое время завоевывает новый свет и ставит новый свет под свой контроль. Это долгая и очень кровавая история. Она продолжалась до, в принципе, 18 века, фактически до конца XVIII века. С Францией не удалось. С Францией удалось позднее, с Великой Французской революции, так называемой Великой Французской революцией, до эпохи террора Франция сопротивлялась до 1793 года. Что это была абсолютно континентальная держава с промышленным капиталом, не, не богатая, даже, даже просто как бедная. Кстати, Франция бедная была и до 20-го столетия. Вот, очень трудовая и изобретательная. Не потому, что выгораживаю французов, просто потому, что это факт. Я могу долго доказывать. Но и в колониях шла борьба но в результате этой борьбы, не описывая этапу, могу сказать, что Губсу, Локу, Гибсону, которые все выступали со стороны или Минфина, и Ньютону, который был вообще-то... Да-да, он был назначен герцогом Монтегю, начальником над монетой в Министерстве финансов, а герцог Монтегю отвечал за Венецианскую партию. Венецианская партия предлагала вообще-то безбожие, по-моему, все прочее. Идея безбожия, идеи э, реформации, идеи отрыва от э, Матери Церкви. В общем, И... ереси всякие. Ну, mm. да, даже не ересь, это скорее правильно прилипло бы Виктория как ЛГБТ, либертарианство. То есть, в принципе, возможно все. Возможно все, включая там хоть скотоложество. Если, если нравится, то пожалуйста. Но вот ведь, естественно, Бога нет. Если Бога нет, то можно все. То можно все, mm -hmm. Киркегор. Но э, это уже позднее все-таки. А это, на минуточку, все-таки 17-18 века была создана ост компания. ост компания, ОИК, быстро перелилась в комитет 300. И тут у нас замыкаются, я бы сказал, цепи пух, потому что в Венеции правило 300 благородных семей всей Венеции. ОИК, объединенная ост компания, была создана тремя стами семьями. Тут нет никакой, я бы сказал, цифири особой. Тут просто есть переползание приблизительно одних тех же реалий на новую почву. И Черчилли, и Ковендиши, и многие другие вплоть до Киссинджера, включены в этот круг. У -у -у. Но сегодня это называется Комитет трехсот. Он очень подробно написано в книге, кстати, английского британского разведчика Джона Коллимана, который 30 лет отработал в САС, службе императорского величества секретная. Комитет да? 300. Комитет, 300. Комитет 300 во главе с английской королевской семьей правит миром. Примеров, пожалуйста, сколько угодно. Англобургская война. Опивные войны, которые велись в Китае и в Индии. Почему? Все же считают, что Индия – это какие-то сокровища Галконда и Алмаза. Индия – это, прежде всего, наркотики. Те наркотики, которые поставлялись далее в Китай, и при помощи которых затапливался Китай, они шли из Индии. И делали это члены королевской семьи, на королева была главным бенефициаром. И каким образом, через какие структуры, но ну, мне сейчас не хватит, я об этом читаю курс на полгода. Uh -huh. Но в вопрос в том, то, что это не является ни тайной, ни сказкой, это никем не дозвуировано и, не, я бы сказал, бы, не, про, не, не провернуто. Когда началась англобургская война, то, естественно, залежи буров, которые тоже были, кстати, недалекими ребятами, трудовыми, я их отнюдь не идеализирую, они великолепно уничтожали африканское население, но тогда этим кто-то не занимался. Но самое главное, это просто были крестьяне, фермеры. А, а бенефициарами э, рудников, алмазной куперадезии и так далее, стала английская королевская семья. И капитал 300 английская королевская семья, плюс аффилированная нидерландская, а заметьте, как интересно, венецианцы шли сначала в Нидерланды, а потом после этого уже в Великобританию. Так все и осталось. Вот, они оказались главными бенефициарами. И вы знаете, насколько нидерландская королевская семья сейчас аффилированно приобрела права на эксплуатацию залежей ну, северной и восточной части украины. 16 там месторождений урана, в том числе и другие месторождения. Поэтому они сейчас поставляют F-16 фетишты в Румынию для того, чтобы нам создать опасность и угрозу. И сказали, что поставили все 40 своих F-16 последней модификации и создали первый центр Европы по тренировке Украины. А это когда все начиналось, 300-400 лет назад. Поэтому, э, когда мне говорят, что американцы в чем-то что-то решают, ну, давайте вспомним, что в 1983 году э, была, такая, была такая группа Дичля под эгидой британских банкиров э, и банка «Альфа», в частности, э, банка «Лазар Фрер который находится на континенте, собственно, швейцарский банк, франко-швейцарский банк, но на к той же самой системе, соответственно, английская торговая площадка, основная пара тройка других крупных банков Барк, Лазар, Барк, Фрер. Фрер. Что, Братья Барклер, что? Лазар это кто? Это реальные личности, которые владели? В Лазар это банк, так называется. Mm -hmm. Владелец этого банка уже не Лазарь, если хотите по названию. А -а -а. Но Лазарь — это в имя собственное. Это имя понимала. собственное. Но вот комитет группы Дичли собралась в 1983 году, провела совещание с тем, чтобы поставить доллар и американскую mm -hmm. систему под а, контроль а, международной расчетной системы, системы за расчетов и а, МВФ. И американцы не сразу согласились. Первый раз заход шел на Никсона. Когда Никсон отказался, Киссенджер просто сверг. Вот так вот. И а, назначения, которые там были, включая назначение Александра Хейга главнокомандующим сил НАТО, и а, смена полная в разведке... То есть Ватергейт был, был связан именно с этим? Да. Кисленджер конкретно за 8. это отвечал. А Кисленджер получил полномочия по меморандуму номер один от Тавистокского института. Товесток находится в Англии. И через КИМД, Королевский институт международных дел, КИМТ. И Кисленджеру в силу этого меморандума, вы объясните, почему Кисленджеру, вчерашнему, простите, эмигранту, который по-английски-то не говорил в 10 лет, были sí даны полномочия командовать фактически всем разведаппаратом Соединенных Штатов Америки когда он отсек Никсона на всех информационных потоков. Почему же решал вопросы войны и мира? Он же немец, да, по да. первому имени фамилии. Магадировок, Камбоджа, Лаоса. Я слышал, что он еврей, но... Продление? Да, да ну, нет, нет дело не в том, что он еврей. Да, он еврей, но это достаточно... Из, 20... а? из Германии, я имею в виду. Он из Германии, да. просто, да. ну как, но ну, немецкий эмигрант. В любом ну, случае него, да, эмигрант. Как, как, как его родители евреи бежали от Холокоста. Слава Господу, что бежали. Но разговор не об этом. Угу. Разговор о том, то, что он был эмиссаром, эмиссаром э, э, Кимт Королевский суд международных дел. И э, после э, подписания, зачем-то подписания американским американского меморандума меморандум номер один, который даровал ему особые полномочия, он стал во главе всей объединенной системы разведок США и сумел сместить Никсона тогда, когда Никсон отказался от ряда решений, которые совершенно согласен с Никсоном, абсолютно не были нужны Америке. Если бы был бы американский, зачем мне доллар стоять под контроль международной системы взаиморасчетов? И в восемьдесят м Рейган, зная всю предысторию, подноготную, согласился. И с тех пор нету никакой суверенной американской валюты. Поэтому в данном случае Сити основная, извините, торговая, финансовая, международная площадка всего западного мира. Естественно, азиатские биржи от этого производные. Поэтому не могу не спросить. Давай, пожалуйста, у меня Андреевна, потом, потом какое то философское... Я спрашивал этот, задавал этот вопрос Андрею Чуфурсову, и в общем он дал ответ исчерпывающий, но можно ли в этой системе, вот, про которую вы рассказываете, условно систему глобального управления, наднационального управления, можно ли в целом в международных отношениях оставаться суверенными? Я вот спрашивал у Фурсова про Сталина, про Ленина, были ли они как-то связаны с всевозможными наднациональными структурами, были ли они ставленниками каких-либо организаций и так далее. Вопрос, Александр Геннадьевич, вам следующий. Может ли наша страна во главе с президентом, понимая всю сложность и всю переплетенность вот этих структур в международной политике, проводить ту самую независимую суверенную политику, либо, я очень, очень упрощаю, поэтому хочу принести извинения, либо в любом случае придется выбрать, за Ротшильдов ты, либо за Рокфеллеров. Вот такой вопрос. Хороший вопрос. Семейство Ротшильдов, когда-то я неплохо знал. Но разговор Наверное, о следующем. А, можно ли справиться с их системой, потому что вы, значит, стоите mm -hmm. наравне с ними, справиться с ними, а, При том, что они, значит, считают производным из своей системы. И, естественно, не Ленин, mm -hmm. Mm -hmm. к которому, соответственно, приезжал Джон Рид и, так сказать, насколько я помню, Уэллс. И, а, насколько я знаю, опять-таки Уэллс работал, сотрудничал с кем-то, Королевским институтом международных дел. Так что никаким просто фантаст, фантастом не было. Он был. И поклонником. Не был просто фантастом и поклонником Ленина. Он, он, он был абсолютно глобалистом, человеком, э, сотрудничавшим с большинством э, людей этой эпохи, включая Курта Левина, э, отца, отца социальной психологии, который разработал теорию управления массами при помощи создания массовых психозов, включая Битлов, которые, кстати, искусственно были созданы. абсолютно И распространены на Америку искусственно. Но и, вопреки, кстати, воле американцев Ничего особо тогда и себя не представляли Говорят, это вот. Doors группа Тоже была создана а это неважно, это просто... damned, -по Продукты, да. продукты <coughs> Разрабатывался определенный ряд Вот этой и попсы либо, по дальше, дальше шли наркотики Опять-таки введены совершенно специально И т.д. и т.п. Об этом говорить не хочу Потому что, опять-таки, ну, я, во-первых, они штатные пропагандисты, Во-вторых, я настолько интересуюсь американским народом Чтобы жалеть или не жалеть Но разговор о том, что их собственные, скажем так Специалисты, политологи они знают, каким образом это происходило. Я их читал. А, ну, как, могу только посочувствовать. Слава богу, что на сегодня у нас не такая ситуация. На сегодня. На завтра не знаю, какая будет. Вот. Возвращаясь к теме, а, знаю, что а, и в эпоху, когда а, трудился мой дедушка, первым запретом Самина СССР, писателем Госплана СССР, а, это была эпоха, а, скажем так, Сталина Хрущева, против которого он заговор устроил, Uh, уже все равно были эмиссары, связывавшиеся с uh, мировой закулисой, называющейся именами. Mm -hmm. То есть всегда более-менее мостики и контакты были. Одного из них, кстати, мы сейчас назвали, это Киссинджер, который общался с Брежневым, устраивал переговоры по СНВ, как вы знаете, и дарил Кадиллаки, и не только. А после этого был принят Кремле даже в 2017 году, при в принципе было никем. Еще раз доказывает его роль и насколько приходится считаться. Как сломать эту систему? Uh, собственно, я уже дал глаголом ответ договориться с ней и войти в нее, это была наша предыдущая попытка. И заметьте, я не читаю ее неконструктивно, Никита Сергеевич. То есть, ну, как говорится, опыт, мать всего. У нас был поставлен эксперимент. В чем-то я, кстати, по нему тоже заплатил. В том числе семейным достоянием, потеряв миллионы долларов и возможность. Просто семейное достояние большое, которое у него было. Но разговор о чем? Наша элита, а я, конечно, к ней относился просто по праву рождения, имела некую интенсию, скажем так, побуждения э, войти в союз с мировой элитой, не считая ее абсолютным злом. Никто не считал. Сейчас же у нас появилось очень много правдорубов спустя 30-40 лет после, так сказать, там шашечка стали махать, так сказать, крики вопить всякие разные. Но, во-первых, тот, кто постарше из этих правдорубов, я знаю немножко их историю. Поэтому мне тут не надо продорубствовать, а то я кое-чего вспомню. А, вот. А кто Какой помоложе, вы человек, да, с хорошей памятью. Да нет, ну, я же говорю, я очень спокойный человек. А кто помоложе, так я отвечу по Ане Ахматовой, а вас там не стояло. А если на сегодня какую-то продорубу копну, то я выясню, что там вилла в Испании, папа где-нибудь там на неплохой должности, вот. да и дом находится отнюдь, простите, не Мухасранский. Вот. Я, я не против того, я как раз только за. Хочу только не продорубствовать параллельно. Потому что на фонарях-то обычно вешают тех, вспоминая одного нехорошего человека, кто говорит о социальной справедливости, но ездит на длинной машине. То, что вы выберете. Или крестик снимите, как говорится, или там штаны наденьте. Одну из двух. Вот. А возвращаясь к теме, у нас был предпринят эксперимент. А установка была, все люди хотят жить мирно, как вот Леопольд. А капитализм – это просто та система, при которой, извините, вы не ходите в одних галифе, имеете джинсы имейте возможность съездить за границу, имейте квартиру, желательно не 3 квадратных метра, где вы на кухне не вставая, дотягивайтесь с вашей табуретки до любой части вашей кухни. И хрущеба такая, что через стены задувает. Я все знаю. Только люди, которые вот, эту, вот этот грубый образ продвигали, а продвигали, естественно, не, не друзья, они забыли только одну сказать, что мы восстанавливали страну после тотальной разрухи, и что было совершенно неправильно, на мой взгляд, строили еще все другим. А сами ходили в одни «Галифе», Естественно, следующее поколение, включая меня, дорогого, в одни калифы ходить не хотело. Это нормально. Это мой дедушка хватался за пистолет, когда мы что-то по-французски сырунил. И кричал: таких перевертышей, Передергивай меня ногам! Да я, до да тебя! по-своему а я кричал, вот он, сатрап, гонитель того. Вот, и бежал, и жаловался маме. Говорю, мама, посмотри, какой у нас в семье-то оказывается вот фанатик, то можно сказать, заскорузлый. А дедушка пил нитроглицерин. Говорит, за это ли дрожащими руками, так сказать, я наливаю стакан воды. Там я к нему пришел на Трекуровское кладбище. Сказал, дед, как ты был прав, я сам себя придушил бы. Сам прямо смыслу. Вот. Но для этого я немножко повзрослел, много чего потерял, заматерил, простите, много чего прошел и с трудом выжил. Но э, а на это не было расчета, что я выживу, потому что я еще, простите, смогу вернуться. Но разговор о другом. Просто в капле воды океан, поэтому рассказывал о себе. Не потому, нет не скромности, наоборот, мало приятно ведь вспоминать и мало приятно рассказывать. Но я, простите, я умею быть честным. В зеркало я умею смотреть. Умеют ли все? Потому что обычно человек сам собой идет бесконечный роман с самооправданием. Вот. Это все плохие. Я хороший, все плохие. Меня же обидели, все плохие. Но просто плохой, давай давай скажем, откровенно, плохой ты сам попробуй рождение. рождения. Там все остальное уже можно понять. Разговор о следующем. Этот путь оказался неконструктивным. Да, мы его попробовали. Да, мне очень неприятно. Вот, к сожалению, извините, но вот приходится воевать. Поэтому единственное, что в войне можно сделать, я же, собственно, об этом говорил, это сломать систему, которая нам противостоит. Встроиться в нее оказалось невозможным. Uh -huh. Я думаю, что если я такой вроде как не глупый, чтобы не жеманничать, то уж, наверное, есть люди помни, зовут Владимир Владимирович и команда, с которой он работает. А Александр Германович, у тебя про что вопрос, Никита? Владимир Владимирович. Ну, может, ты тогда про конкретику, а я потом про философское хотите, такое хорошо. Я... У Меня я... созрела одна мыслишка. Часто задают этот вопрос нашим гостям, и он уже традиционный, в 2024 году планируются выборы президента. Провокация небольшая. Александр Германович, кто если не Путин? Знаю, а... что напишет нам в комментариях, уже предвосхищаю под этим интервью. Я вам скажу так, <свят> опять отвечать могу естественно, только субъективно. Конечно. То есть я не, не отношусь к людям, которые вангуют и говорят, что они обладают высшей истиной. Я высшей истиной не обладаю. Вот. Но субъективно я имперец. Так же, как Сашка Казаков. Александр Юрьевич. Угу. Есть империя. Империя с военной аристократией. Это не обязательно, что надо маршировать два 2, а -2 то шли солдата, Извините, иметь пайку, жить в казарме и сапоги драить вечером, чтобы утром девать их на свежую голову. Империя — это еще XIX век. И не обязательно только хруст французской булки. На 90-х никто булками не хрустил, насколько я знаю. А, тянули лямку, как нормальная любая страна. Что аристократия должна быть свирепа. Аристократия — власть лучших. Это не власть французских булок, это власть лучших. Лучших, то есть людей ума, людей интеллекта, но людей-хищников, людей сильных. Слабых-то не любят, слабым ничего не дадут. А мы обладаем такой территорией, такие возможности, все отберут, если не будем сильными. Но это же трюизм. Поэтому, коль скоро у нас империя, а у нас империя, поэтому двуглавый орел со скипетром и у нас есть император. И для меня, вот просто я напомню, чисто политологически вспоминаю труды Бертрана Деживнеля, других историков, политологов. Вообще-то до x 11 -го века монархическая власть была выборной. И то, то, что у нас на сегодня Владимир Владимирович, мне не надо, чтобы было был Романов, да и Романов, кстати, все время избирали, помимо всего прочего, да, это сделали бояре. бояре да, но да. давайте мы подумаем все-таки насчет самого механизма выборов, я все остальное, как говорится, все остальное тишина, как говорил классик, да, вот, но бог с ним. У нас на сегодня есть император. Замене, замену этому императору я не вижу. Есть люди, которые могут подхватить знамя. Есть, естественно. Сильные плеяды, сильная команда. Сергей Лавров очень сильный человек. Простите, почему-то часто очень критикуют фигуру, фигуру министра обороны, а я знаю, чего строило перестроить всю систему Минобороны. Это очень тяжелая вещь была. Я знаю, как он, что у нас великолепно все с наукой, извините, потому что мы сделали в том числе... Просто практика, она мать всего, еще раз, практика и опыт. Мы сделали реактор, в атомной энергетике, которого никто никогда не делал, безотходный, который еще использует, простите, жидкий свинец, в случае чего он совершенно безопасный. Он безотходный и безопасный. Это доказательство того, что у нас все то, что связано с, простите, с энергетикой, функционирует великолепно. Это, это один из примеров. Росатом — это отдельный Императоры бывают разные. Я как поклонник вселенной Вархаммер 40 тысяч тоже хочу сказать за императора. Но вопрос следующий. Какой император Путин? Все-таки, опять же, вы обладая таким большим опытом и знаниями о том, как живет та страна, скажите, Спасибо. какой он не только Что ты тот образ, который, характеристики, конечно, эпитеты, есть понимание того, какой Владимир Путин для э, российских граждан, для русских людей. Ну, условно внутри. Примерно, примерно мы понимаем, я сейчас очень утрированно говорю, вернул достоинство, независимость, в какой-то момент сохранил страну жесткими волевыми решениями. А вот какой Владимир Путин для вас, для Александра Германовича Артамонова, который еще и, в общем-то, может, наблюдал за нашей страной за кордоном в свое время, да, те самые 90-е, безумно интересно хочется спросить. Вы знаете, но Я бы сказал так, что а, Путин оказался в колоде власти джокером, который стал императором. <свят> То есть те люди, которые а, в свое время сделали ставку на него, слава Господу, я переключусь, что слава Господу, не поняли, а, что на самом деле себя представляет Владимир Владимирович. И в этом, почему я сказал, я же никогда ни перед кем, извините, а, не признаю никаких величин. Я признаю только Путина. У меня нет величин. У меня вот, знаете, вопрос социального чего-то, за что меня сейчас, кстати, не любят люди во власти, потому что, ну, во-первых, я рожден, простите, во власти, во-вторых, у, у меня нет этих понятий. И возраст особо не признаю, потому что говорил Ремарк, Эрих, э, Эрих Мария, возраст ценен только вина коньяков. Если человек, грубо говоря, оказался совсем неудел, чего я буду особо уважать, из за того, что он жил 40 лет назад, разговор о другом. Он сумел, ну, грубо говоря, обмануть власть придержащих тех лет, Ельциноидов. козыревых, простите, всяких. И, и, и прочих замечательных, в кавычках, э, исчезий, <сих> вот этих драконидов. Он их просто обманул. Они решили, что вот будут управлять. И я помню, я же помню очень хорошо слова всяких министров ТЭК и прочей связи насчет того, что власть Путина простирается не дальше его Кадиллака. Так поигрывая, знаете ли, так вот тремя-четырьмя телефонами. Чем я лично слышал эти слова. И простите, где эти люди? Вот именно, да? Где береза? Где кто? Я вот говорю без всякого такого чувства, как говорится, за, э, топить за победу легко, но давайте, чтобы мне вот так сказать, что вы поняли, вы меня спросили про мой опыт. Но все-таки, э, как мне описано в книге, на самом деле это часть еще не описана, вот я сейчас книгу издал, исповедь. не я ее издавал, естественно, я не сдаю свои книги, это графоманство. «Исповедь разведчика без права на возвращение. Но я вернулся в Россию в 1997 году. До финансового кризиса, простите, тогда, когда в центре Москвы были автоматные очереди, и бегали стая диких собак. И на одном падали на людей. Женщину вообще-то растерзали в центре Москвы на одном из стадионов. Прям. ну, просто время такое было, да. И я могу сказать только одно, что тогда уже стал понимать, что есть еще Путина, не было у власти. Еще Путин только-только перестал быть подполковником КГБ и работал в команде Собчака. Но мне примерно стало уже ясно, какая команда поднимается, выдвигается. Хотите, могу сказать, вопросы веры лично моей в страну, в России, про что ничто не заставляло, поверьте, с какой страны. Возможностей было очень много. Вот. И ситуация была, мягко выражаясь, для меня непростая, здесь меня никто не ждал. Но... Ну да, тут еще и дефолт, да, 98-й. Вас встретил дефолт, получается, после приезда? А, меня вообще никто не встретил. Меня даже, мне даже окна не хотели открывать для возвращения. и все прочее. Пытались еще депортировать обратно mm -hmm. в Бельгию, куда ехал, потому что, что там я был введен в поисковый компьютер, и при задержании должен быть уничтожен. По этому поводу, что тогда было, это там, два года по смерти проходил. Любая проверка документов означала смерть. С 95 по 97 год. А я жил нормально, де, ребенка воспитывал, работал вообще-то. Ну, это, может, я пишу разговоры. Не об этом, просто Никита Сергеевич спросил о личном отношении к Владимиру Владимировичу. Для меня Владимир Владимирович человек, который создал заново страну. Естественно, он во главе команды. Но чтобы эти вещи сделать, необходимо было обмануть тот самый комитет 300, извините, и всех тех, кто... У меня есть любимый пример для студентов. Я его в РУДН три дня назад привозил. Потому что, ну, ребятам надо рассказывать, все же забываются. Память забывчивого, тело заплывчивого, как говорит моя мама-врач да, женщины хорошо знают, но разговор о том, что когда в 2007 году Владимир Владимирович произнес свою речь в Мюнхене, то любим, любимейший мой пример, Лос-Анджелес Таймс заявил, что Путин похож на мышь, которая пытается рычать. Я же говорил. А получается, что никто всерьез-то не воспринимал. Но кто-то сообразил уже тогда. Нет, нет, они не сообразили. Угу. Они, во-первых, очень сильно верили в то, что они нас держат в кулаке. Но они до 18 -го года, до гиперзвука верили, и после него, что я это как более того, мультики, Виктория, да? Я скажу то, что вообще очередной пример, ради которого ну, стоит поклониться Путину, честно говоря, откровенно, потому что я очень гордый человек, поэтому, в принципе, ни, ни при какой не при власти, поверьте. Но это за, в начало СВО. Что это уже была безумная авантюра. У нас армия была, ну, скажем так, великолепной профессиональной армией для точных операций, ограниченных по времени, но никак не для ведения широкомасштабной войны. Ну, сопоставьте цифры. С той стороны стояло 600-700 тысяч человек, собранных в бронированный кулак, чтобы дойти до Кубани. И это не просто слова. Что я знаю, что такое спящая сети на Кубани, поверьте. Но мы почувствовали это да, в октябре 2022 года. Или... Сентябрь, октябрь, когда был откат Ну так они... Посмотрите э, ситуацию с И представьте себе, что вот она, автокомпания, которая полтора года громыхает фронт, идет тяжеленная операция. Очень большая страна задействует все свои ресурсы. И мы из Коксахима вдоль железнодорожных путей потихонечку выжимаем эту нелюдь, простите, У -у -у. за полтора года. Мы продвинулись по данному направлению сколько? А теперь представьте, что наша армия никуда не вошла, стоит только милиция, а с другой стороны 600-700 тысяч людей, мало того, полностью лишенных морали в серии Гитлера. Помните, я освобождаю вас такой химеры, как совесть. Да они дошли бы до Кубани, а дальше сбунтовали бы в Северный Кавказ. И я великолепно знаю, опять-таки, о чем говорю. То есть, извините, я, я частично родом из Нальчика. У меня предки кабардинцы. Мало из очень знатного рода кабардинского. Кунижева. Поэтому с, с Тамгой данные еще в эпоху Бетухана. У меня вот, вот такой толщины родовая книга. Кстати, изданная типографически. — Та самая британская агентура глубокого залегания на Кавказе как раз. Да, — Да, конечно, естественно, потому что британцы создали сесть еще, начиная, по-моему, Уинстон, что вы его звали, это агент британский первой половины 19-го столетия, который бунтовал, кстати, кабардинцев, поднимал всех адыгов. И это продолжалось 60 с лишним лет, причем, говорят, что Запад умеет строить планы и на 50, и на 60 лет. Они еще не сегодня начали с нами играть в эту игру, и я их страшно боюсь, это зверь. Я совершенно... Зверь может быть красив, мой, ли... мой, другой пример. Вы же смотрите на медведя, медведь очень красивый, и тигр красивый. Но самое дикое животное, с которым вы можете встретиться, боже упаси, в лесу, это медведь. Вы от него не убежите, не уплывете, на дерево не заберетесь. Ж... Ж... Жуткая скотина из несовершения, еще умная очень. По одному поводу, вы ему восторгаетесь, когда он там в клетке сидит? А так вы, конечно, надо убить, если вы с ним встретитесь в природе, и он попытается, так сказать, на вас броситься. Просто он вас скальпирует, простите, будет медленно убивать, а еще медленно убивает. Поэтому, ну как, ну, что я могу вам сказать? В том, -то, что касается... Вот представьте себе, что Владимир Владимирович сыграл с этим зверем, как говорится, вот в покер, в обманный, и выиграл. Выиграл, потому что на сегодня я даже говорю эти вещи вот в этой студии в Москве. И поверьте, когда я помню, был 97 год, я это сказал своей маме, то что мама говорит, ты знаешь, наверное, да, у меня мама, как очень умный человек, дочь своего отца, который как раз был первым запретом в СССР, она мне... Главное, можно сказать, мой всю жизнь консультант. Я говорю, мама, ты знаешь, я не знаю, во сколько могу верить, что Россия сумеет выжить. Я говорю, ну я хочу, говорю, вот, ну, при этом, слушай, мне было немножечко 29 лет, 27. Я говорю, хочу э -э 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 жить столько, сколько мне там положено, среди своих. Э -э -э хотя, скорее всего, через 20-30 лет, говорю, они страну э -э похерят. Наступит конец. Это на это 97 год. Я вернулся при полном понимании этой ситуации. Потому что я знал, какие планы я видел западную военщину. Я, простите, в том числе учился в военной академии западной. Я слышал, что когда при словах, знаете, как был вот такой «Что делает Черноморский флот России? Дружный рев курсантский глоток гниет!» И все дико радовались. Ха-ха-ха-ха-ха. Ага Это было так. И наши генералы, простите, ну, не будем переходить на личности, но извините, оставим покой генералов. Массово гниющие танки на металлолом простите, вооружения, солдатики, стрелявшие чинарики, простите, при системном фурунклюзе от вечного недоедания в частях, в грязной форме, засили, простите, иноросов в ряде частей, где избивали, пускали на ножи, на бастурму всех тех, кто возражал. Я не буду переходить специально на отдельную национальность. Не хочу, но могу. По одному поводу, извините, это все пришлось воссоздать. Задача решена безумная. Почему Путин, кстати, насколько мне известно, никогда не был представлен, не был знаком лично, хотя одного человека сюда уводил, который потом был представлен Путина, Иван Бло, очень крупный был специалист, француз, но не суть. Я знаю, что Владимир Владимирович глубоко верующий человек. Я понимаю, что, наверное, без веры, без сверху того, что пришло, это было сделать невозможно. И одно, не зная, насколько удастся справиться дальше. Я просто счастлив, что вот я вижу некий результат. Понимаете? Вот абсолютно вот, ну, не рву тельняшку на грудину, я не знаю, как иначе это сказать. Потому что, по идее, даже и первые, и вторая кавказские войны мы через них не должны были пройти. Знаете, я видел боевиков, которые говорили, а, говорит, русский призывник, а шейки говорит, тонкие, говорит, режется-то хорошо. Вот так вот. Режется хорошо. Понимаете, я не хочу поднимать очень многие глубины, которые mm -hmm. есть в душе, в том числе тех людей, с которыми общался, того опыта, которое было. С кем только не общался. Приходилось видеть даже людей, которые человечно ели в Африке. Что могу сказать? Было. Но от этого особо ценю нас, вот наше место на Земле, понимаю, что, по-своему, это аномалия. Оно, вам кажется, абсолютно нормальной, закономерной, но это аномалия. При Сталине жить бы не хотел бы, но это другая эпоха. И тогда все так жили. В данном случае, что просто вы понимали, ну не знаю, во Франции на целую деревню в эпоху Сталина был один телефон. Ну, это же Франция это не Россия. Скажите, телефон был, но это же Франция в центре Европы. 50-е годы, 50-е уже во Франции, сбегали смотреть телевизор через окно у одного человека. Во всей деревне был один телевизор. А камин называли телевизор бедных. Кто не мог себе купить телевизор, то смотрел в камин. Понимаете? И так далее. Продуктовую систему во Франции отменили в 60-е годы. Бедонвилли были во Франции до 60-х годов. Да, Джаконда, да, Лувр. Для туристов. Понимаете, хотя Францию я по-своему люблю. До сегодняшнего дня, ну, народ я знаю, я люблю. Несчастный народ. Поэтому Видите, по-своему нам действительно повезло, и за это я, ну так вот не люблю таких фраз верноподданныческих. Благодарен Владимир Владимирович. Ну, благодарен, да. на да. это исторический момент такой и аномалия в чем-то. Вот мне хотелось бы про такую аномалию, как мне кажется, поговорить. Вы затронули уже тему того, что нам нужно обратить внимание на себя, что мы и Азия, и то, что наследуем мы все-таки и Риму, в том числе и Италии, и история про Москву, которая третий Рим, она часто-часто повторяется приходит и в наши дни. При этом американцы, как мы знаем, да, выстраивают свои символы, символическую систему на наследовании тому же Риму, может быть, другого периода, другой эпохи. Британцы, да, вы сегодня рассказывали про венецианцев, все это колыбель возрождения гуманизма, и мы как-то из разных временных точек оттуда приходим. Так в чем здесь такое преемственность э, противостояния, может быть это ко временам схизмы как раз относится, и где нам нужно перехватить вот этот исторический исток, чтобы наших оппонентов победить в том, где мы черпаем вот этот цивилизационный корень. Ну, такое размышление можете опровергнуть, да, или где-то может быть. Виктория, у нас противостояние началось из-за уровня. Простите, с эмбрионального. То есть это просто два разных организма по-разному заложенных, по-разному существующих. Мы все с вами, по большей части, считаем себя преемниками европейской традиции. Еще раз говорю: с точки зрения цивилизации, на данном этапе, все мы, включая японцев, ну, прошли через Европу, потому что Европа на себя монополизировала знания. Европоцентристский вообще взгляд был. Мы э, европоцентристы или евроцентристы, потому что нам представляется, что Европа – это константа, но Европа не константа, это динамика. В средние века никакой Европы не было. Европейские государи учились в арабской зоне, в Мадалусийском халифате, Потому что там была самая разная медицина и философия. Аристотеля переосмысляли арабские восточные да, философы. Естественно. Да, естественно. Хотя вообще-то Аристотель — отец олигархата. К вашему сведению, мы опять привыкли на Аристотеля ссылаться. Венецианской партии тоже обожают Аристотеля, потому что он обосновал необходимость олигархической власти. Так, между делом. Ну, бог с ним, с Аристотелем. Ну, Я... талантлив, а. Да, еще просто. Но э, если вы возьмете термин астрономия, алгебра, включая само слово алгебра, назви... название созвездия, включая там Альдебаран Аль и так далее, это все арабские названия. Потому что э, Европа оказалась, скажем так, наследницей уворованных, скупленных знаний, в том числе она их, естественно, неплохо развела. И совершенно не отказываю, знаете, европейцам в том, что они не несли свой вклад. А сколько внесла вклад Тазия. А что такое античная мысль, простите, Малой Азии, Ближнего Востока? Откуда пошли все великие религии? Что они из Европы, что ли, пошли? Да они, простите, из черепов вод купили. Точнее, пиво водку делать не умели. Это перегонный аппарат уже. Они его не умели, они его в Византии взяли. А что, Византия – это Европа? Между делом. Да, она находится, если брать город, частично в Европе. Но, в большей в Азии. Как... <coughs> Извините, это Малая Азия. Но я не против был бы европейцем, не то, что я географически помешан на том, что сказать, Европа – это ничто. Просто мы, как государство, с вами по северу, с наследниками Золотой Орды. Тут я с Гумилевым абсолютно солидарен. Просто если вы посмотрите на карту, мы с вами сейчас занимаем ту же самую территорию, которую занимала Золотая Орда. Более-менее, плюс-минус. Плюс зона влияния. Ну, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, по крайней мере, пока еще. Mm -hmm. Простите, это все ну, крупнейшее, я сказал бы, крупнейшей империи или государства Востока и, собственно, его наследие. Наши монастыри до сегодняшнего дня, некоторые монастыри, имеют грамоты, дарованные еще в эпоху так называемого татаро-могульского ига. Смешное название эпохи немецкой школы формализма XIX столетия, потому что они тогда были дарованы. Но что я могу вам, вам еще сказать? Наша политика вся строится по линии самодостаточности, которая присуща именно этому государству. Мы никогда не пытались завоевать Европу потому что там никогда не было Золотой Орды. Но мы никогда не вступали в свое пространство вплоть до Китая, потому что это наши традиционные зоны. И что вы реально верите, то, что Ермак сумел всю Сибирь за сто лет? Вот меньше, чем за сто лет. Вот Ермак пришел, и а вся Сибирь пала. двух да вы хоть территорию себе представьте, вы ее на самолете или летите 4-5 часов, это все Сибирь. А Ермак такой, наверное, на ковре самолете летал, а все ему покорились и падали низ, или там только одни мамы-то бродили. Там были государства. Просто это уже была часть Золотой Орды. И тогда, когда был утрачен естественный центр, началась борьба между тем, что в другой империи и в другие времена назывались диадухи. То есть между различными частями, провинциями, если угодно, того самого единого государства, которые стали бороться за первенство. Астраханское, простите, каганат или ханство, а, Казанское, Московское. По этому поводу тогда, когда победила Московия, московский каганат вообще-то, после этого другие, ну да, подчинились, потому что они привыкли жить вместе, они никогда не жили отдельно. Извините. Мы наследники этой мысли. Но в дальнейшем, так как мы все-таки сплав, мы uh -huh. позаимствовали частично интеллигенцию Западной Европы. Интеллигенцию понятия XIX столетия. Она нам вязала неполноценности. Потому что, извините, разговоры как раз насчет хруста французской булки, о том, что моя бабушка в Париже политесса наводила, и у бабушки в Париже без юбки сидела, без нижнего белья. Поэтому прибежала, простите, сверкая голенями в российскую тогда империю, потому что тут, грубо говоря, было сытно, а там было голодно. Отсюда французики из Бордо. Александр Германович, вот чтобы побеждать Запад, вы предлагаете действовать как Запад, лучше Запада и его методами. Святых При Хома этом Аквенский. мы говорим, что мы азиаты, и у нас несколько другой подход и к внешней политике, и к государству и нет, не нет, 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 нет. Я, вы, может быть, не так поняла. Нет, вы неправильно поясните. поняли, если бы я предлагал бы действовать методами Запада, мы должны были в 1945 году не оставить нет вообще как таковых. А вы сейчас были... нет это предложили? А что, я предлагаю их уничтожить? Нет. Ну, все. Я предлагаю не мешать естественному ходу событий и вести с ними агрессивный диалог. Они нам снаряды поставляют, которые маленьких девочек убивают. Ну, взорвите пару оборонных заводов, ну. Вы а что, кабели же есть? на дне Атлантического океана можно было бы в этом что смысле можно было? уничтожить? Кабели на дне Атлантического океана. Ну, это реалистичный сценарий? Ну, перекусить кабели достаточно тяжело. знаете, а устроить там как глубоко, потому что там тоже плавают чужие подводные лодки, система, простите, мониторинга стоит, и все-таки это их воды. Это все очень-очень сильно непросто. На бессальной глубина в центре Атлантики вы не спуститесь, а сверху спутник еще висит. И не один, а все система НАТО. Давайте будем реалистами. Я же никогда не мечтал, знаете, как такой королевский мечтатель, сидя на кухне, вот такой мир переделывать. Да, с точки зрения чтобы реальности в один оценить. прекрасный момент наши ученые ночью изменили геомагнитное поле да. Земли. Они вот вот, не, не зачем, но я предлагаю простые реалистичные вещи. Вот есть угу. такие люди. Они очень сильно, конечно, несимпатичные, как говорится, и вообще имеют Плохую тенденцию кричать Бесмилай, Аллах Акбар очень редко. Но... Все, Александр Ильич, ни слова больше, Всё мы ни к чему не призываем, но при этом понимаем. Мы, не, не призываем. И По... уронить если они, они нам симпатичны. Да, хорошо. Их ребята. обидели, им нас обидели. Не все, но некоторые. Так нет, я не буду ничего другого говорить. Что говорю, мы, мы любим тех, кто с нами в одном лагере. А что они там будут делать? Они и без нас все сделают. А вот если мы, как говорится, в данном случае им посочувствуем то почему бы и нет? Как раз в этом мое, извините, такое, как ни странно, для человека, у которого фактически, то есть не фактически, а французский на уровне того же самого русского, но хотя выученный искусственный, я 10 лет ни слова не говорю по-французски, каюсь, или признаюсь точнее, но разговор о том, то, что, понимаете, все-таки давайте говорить откровенно, в этом наше мышление с вами, то есть мне их зона, не нужно, не нужно крови нам эстонов, но жить с убийцей не хотим. Я по их принципам и с ними, и поклоняюсь им Жить абсолютно не желаю Да, мне очень сильно нравится Во многом импринтинг Очень многое связанное с западной цивилизацией Потому что, к сожалению, к несчастью Нас и ни одно поколение, и ваша Виктория в том числе Так воспитали Но разговор о том, то, что, извините, на сегодня тренды меняются И вы ездите на японских машинах И я езжу на японском Mitsubishi Outlander Хотя у меня есть и Ford Explorer Папа взял японский Видите как? И параллельно, простите, вы пользуетесь южнокорейской косметикой, никто не сказал, что она хуже французской, она сейчас очень сильно хорошая, и вы можете отдыхать на китайских курортах, да, южнокорейская считается сейчас очень крутой косметикой. Вот я помню, как девушки набирали чемоданы тогда, когда так сказать, вот вместе с ними ездил, так сказать, ну там хорошая И японская очередь. тоже популярна. И японская, в том числе, и шоссейды, да и не только, я могу много вам еще приводить, но разговор о том, что, понимаете, потихонечку все люди всему учатся. И слава богу, Запад свой уже прожил, как говорится. И знаете, я бы я закончил тем, что сказал про Запад. Как-то было у с бессмысленной улыбкой, вспять глядишь жесток и слаб, словно зверь, когда ты гибкий, на следы своих же лап. Блестящий, конечно. Александр Георгиевич, подходим к концу нашего интервью. Будет выпуск в 2023 году. Но хочется все-таки заглянуть за горизонт. Мы, конечно, здесь не являемся ни в коем случае предсказателями Ностардамусами, да, но все-таки политические прогнозы от Александра Германовича Артамонова безумно интересная штука. Поэтому вопрос следующий. Прогноз с... краткосрочный, вот на самое ближайшее время, условно, что нас ждет в 2024 году. Астрологический. Во -во -во Вообще, вот в глобальном смысле, что вы имеете в виду. А -а Среднесрочный, 3-5 лет, может быть, даже больше. И, конечно, долгосрочные тренды от Артамонова. Очень хочется от вас услышать. В общем, обложка журнала The Economist. Примерно, только на ближайший год, ближайшую пятилетку и декабрь. Ближайший год нас, возможно, ждет мобилизация волной в апреле мая потому что нашей армии пока недостаточно для того, чтобы довести специальную военную операцию до конца, согласно плану, намеченным руководством страны, на мой взгляд. требуется армия за 2 миллиона человек. Пока реальная армия – миллион четыреста, миллион пятьсот. Мы не торопимся, потому что надо в том числе подогнать всю систему вооружения, получить новые истребители класса Су-35. Пока их немного, они только-только стали поступать полки, фактически еще не поступают. Нам необходимо в том числе довести до конца программу с перевооружением на Т-90, хотя Т-72 очень хорошо воюет. У нас много чего не хватает. Только-только стало много беспилотников, FPV-дронов, FPV, которые на сегодня уже сравнялись с, с но параллельно очень плохо еще с КББ, контрбатарейной борьбой и со многим чем еще другим. Поэтому это все планы на 2024 год. Возможно, как говорится, вот Джокер-Коллозия это переворот в, на Банковой, после которой кто-то придушил Зеленского, или, по крайней мере, он станет него сделал, скорее всего, быстро закончит свои дни, потому что очень неудобный свидетель. И приходят к власти военные хунты в стиле немецких фашистов во время попытки переворота с Гитлером. А с ними можно будет договориться? Я считаю, что нет. Но параллельно э, понимаю, что будет очень тонкий момент, потому что Запад будет давить любыми путями, чтобы мы сели за стол переговоров. Мы сразу затрагиваем долгосрочный прогноз. Поэтому, э, если это, боже упаси, неравен час произойдет, это будет означать, что через 3-4 года вспыхнет еще более страшная война возможно, она будет отодвинута лет на десять. Но тем страшнее она будет. Это как пружина, которая бесконечно заводится, она будет резко распрямляться. Потому что, естественно, НАТО все это время будет возводить новые обливки, те самые фестунги, укрепленные города-крепости, по всей линии противостояния. И нас никто не оставит в покое, что здесь будущее их цивилизации. Они хотят пировать на наших останках, читайте Збигнева-Бженинского. Потому что касается нас, я пока вижу очень хороший тренд укрепления страны развитие э, нашей военной власти, которая вовсе не означает хунту. Хунта – это власть генералов. Я говорю про людей, которые проходят армию, дальше идут э, нормально, как шли после войны, в мирную промышленность. Извините, как в свое время строили метрополитены, города и ГЭС возводили и так далее. У нас начался новый биток именно такого развития. Э, на мой взгляд, эта тенденция будет продолжаться. Э, не вижу ничего того, что может нас вернуть с этого пути военные поражения не верю, считаю что если будет какое то качание во власти армия поправит на мой взгляд, просто потому что другого по латыни mm -hmm. то есть третьего не дано. и я понимаю, что в данном случае мы имеем дело действительно с настоящей демократией, не охло а демократией, потому что демократия предполагает народ с оружием тот народ, который мы имеем сейчас, это миллионы мужчин, умеющих воевать, умеющих держать оружие в своих руках, и которые не позволят решать свою судьбу не так, как они, в принципе, за что они сражались. Поэтому это просто констатация факта. И я вижу полное единственное случай, извините, как говорили когда-то армия народа. В том, что касается всего мира, скорее всего, будет по тому самому ГУПСу. Ну, вел термин, просто мало кто знает, кто его вел, война всех против всех. Потому что у людей мало ресурсов, когда у людей мало ресурсов, мало территории, мало земли, они начинают очень быстро бегать и кусать друг друга. Вот, на мой взгляд, возможно, Путин уже задал тренд. Это та самая, извините, новое издание национальной освободительной борьбы. То есть абсолютно другой подход к Африке. Заканчивается Франц-Африка, заканчивается и Англо-Африка, на мой взгляд. Вот а на среднесрочный период. Это гибель Евросоюза. Кстати, нацистского образования. Целиком полностью нацистского. От отцов-основателей до реализации. Могу об этом рассказывать долго. Евросоюз, на мой взгляд, не протянет и десяти лет. Вот. На этом будет хаос. Скорее всего, халифат. Может быть, даже не один. Вот. И Великая Стена по линии Восточной Европы между нами и бушующей зоной в Западной Европе. Венгрию по линии Польши, Венгрия. Чехия, Словакия, они обретут нового хозяина в нашем лице и будут лизать нам руки. Очень Ах, интересный прогноз вот Обязательно такой, да. поживем, увидим Записываем мы в начале декабря Я не знаю, мы можем уже с наступающим Новым Годом да, Поздравлять Александр, Мы, естественно, всей командой поздравляем вас Спасибо большое Спасибо, Вашей командой замечательно Передаем, кстати, им большой привет. Спасибо, привет С наступающими праздниками Наши традиционные финальные вопросы Они носят такой общечеловеческий характер конечно, конечно. Александр Германович И У нас что? уже третий финальный вопрос ну, да, да, финальная Всегда рубрика рад. Я это называю что из последнего, то, что вы прочитали, увидели, услышали, вас безумно воодушевило, вам очень это понравилось, вы хотели бы поделиться этим со своей аудиторией, с нашей аудиторией, пожалуйста, озвучите, очень хочется услышать. Из последнего имеете в виду книги? Все что угодно, книги, фильмы, информация, какой-то разговор, может встреча, все что угодно, что оставило очень хороший отпечаток на сердце. Ну, вы знаете, конечно, очень многофакторно было сказано, но ну, я скажу честно, что э, рад э, тому, что сейчас э, видел э, в Дальнике и на линии было соприкосновения, почему я не об окупах. Об окупах это окупа окупами. И, кстати, освещают сейчас немало, и понять окупы того, что вы сделали, просто общий показ там линии, где вот сидят вояки, э, в траншеи, холодно, не голодно, слава богу, там. Нет, я не об этом. Знаете, был э, в Дальнике и общался с людьми, которые организовали дом поэзии, дом поэзии в полутора километрах от линии фронта. В зоне постоянных прилетов. В месте, где артиллерия нашего противника играет пинг-понг над домами. Снарядами. У них там Дом поэзии. Люди собираются, устраивают концерты, музыкальные встречи, читая стихи. Прямо на двери написано «Поэзия». Но по самостоятельности это отвозил гуманитарную помощь. И оттуда уже в полки ее забирали. Туда приходят люди, допустим, туда пришел мой хороший знакомый снайпер Эрван Костел, Костель, вот к Галине Баженко, которая этот дом, ну, она является его директором, вместе с другими женщинами организовала. И люди, я считаю, что это величие духа, которые собирают старые концертные инструменты по домам и по каким-то музеям. Их восстанавливают, у них настройки есть прямо в а, играет, как я сказал, на них. А, там есть композитор, который а, я его слышал, вот, сидел тогда, там со всеми остальными, пришел еще, приехал, точнее, в своем джипе глава военной разведки, позывной Мансур. И мы слушали этого композитора, который а, каждому из присутствующих предложил некую музыкальную тему, его восприятие этого человека, вариацию. То есть он играл на а, концертном инструменте, как вот на видит человека, как он представляется. Вот. Я там был вместе с ну, в рамках своей казачьей деятельности «Союз казаков Кубани» во главе Агеев Василий стоит, Василий Николаевич. И был с замечательным бардом, кстати, офицером, штурмовиком, своим коллегой, боевым братом Олегом Кападзонгом, который очень известный, я бы сказал, исполнитель бартом, Скоро будем вместе в военном госпитале в Москве. Он приезжает, и он тоже исполнял свои вещи. Я просто почувствовал, что, знаете, вот без излишнего патриотизма. Нас победить невозможно просто в силу того, что ну, нас убить можно. В силу того, что это наш дух. С одной стороны, вот люди воюют, да и я, в принципе, любой секунд могу автомат в руки взять, а с другой стороны, пожалуйста, концертный инструмент, фортепиано, поэзия, боженка читает свои стихи. Параллельно, знаете, дух созидательный, неразрушительный. Люди говорят, сейчас пройдет обстрел, мы поедем в больницу, потому что когда обстрел, то это район Улица Куйбышева конкретно, для, для тех, кто знает. Доехать до больницы невозможно. Троллейбы сходят по расписанию с учетом обстрелов. Понимаете? А так больница бывает отрезанная. Там местная. Вот, и мы, там ребятам передадим часть гуманитарки. То есть а такой дух нельзя победить. Наши враги это поняли. Поэтому они пытаются нас просто изничтожить. Это действительно люди духа. Вот все мы. Это не какие-то особые люди. Это обычные люди. Но обычные, конечно, лучшие из, из всех из нас. А, без, я не ведь не о воинском подвиге. Я о я про женщин, я про обычных людей. Я про этого снайпера, кстати, француза, который подорвался на растяжке, живет да, с полупарализованной рукой, и которого эти самые женщины одевают и лечат из своих собственных денег. А для них, поверьте, я не считаю, что 10 тысяч рублей – это большие деньги. Поэтому а, я действительно понял, что а, вообще-то всем нам действительно надо равняться на нашу спорту. Вот это вот одна из последних встреч, которая у меня было. Замечательный, собственно, рассказ. Александр Германович, спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам в студию. В спасибо. данном случае Метаметрики Лайв. Пожалуйста, посмотрите вот в камеру и, наверное, пожелайте что-то своей аудитории, нашей аудитории предстоящим праздником. Ну, я не Владимир Владимирович, чтобы новогоднюю речь произносить, но я просто скажу, что, дорогие, надеюсь, то, что к вам не прилетит не плохое, что у него будет действительно голубым на головы, что ваши мужчины, если ушли, как говорится, исполнять свой долг, то вернутся живыми и здоровыми, и что вы сумеете их обнять. Я говорю про женщин, про детей. А ребятам, своим, скажем, братьям, даже не скажем, просто братьям, я действительно желаю защитить страну, вернуться здоровыми, целыми, невредимыми. Я очень хочу, чтобы, скорее всего, закончилось. И параллельно, чтобы мы победили. Потому что, как мы обычно заканчиваем все наши тосты, победа будет за нами. И в следующем году мы обязательно добьемся больших результатов. Благодаря всем вам, дорогие мои. С наступающим Новым годом. Вот такое новогоднее обращение Александра Германовича Артамонова на фоне... Обратите внимание, да, пейзажи Москвы. уже хорошо. Замечательное обращение, Вика. Я понял, о чем ты думаешь, к вопросу о том, что я спрашивал. Это был Александр Германович Артамонов, специалист по армиям НАТО, блестящий военный аналитик, большой друг и товарищ проекта Метаметрика. Александр Германович, спасибо еще раз. Спасибо Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Артамонов, двоеточие, оборона России. Все ссылки мы укажем в описании под роликом. Артамонов, Федосова, Данюк на Метаметрике Лайф. Не прощаемся, помните, мир меняется. Но мы остаемся собой. Пока. До свидания.